К другим темам. Малотравматичное, эффективное оперативное вмешательство. Детские хирурги Центра охраны материнства и детства впервые в Магнитогорске выполнили сложнейшую малоинвазивную операцию грудному ребенку. Малыш чувствует себя отлично, он уже выписан из больницы. О нововведении, которое в скором времени станет для медучреждения обычной практикой, расскажем далее. Эти фотографии – иллюстрация уверенного шага к внедрению новых технологий. Хирурги Центра охраны материнства и детства помогли крошечному пациенту справиться со сложным недугом. Семимесячному малышу, у которого была диагностирована пневмония, осложнившаяся МПМ и плевры, провели уникальную малоинвазивную операцию. В Магнитогорске, насколько мне известно, это было впервые выполнено. Вообще данная операция, они уже 30 лет выполняются. Во многом это связано было с научной работой профессора Мамлеева Игоря Ратовича, это Башкирская школа детских хирургов. У него диссертация посвящена данной тематике, это видеотороксикопическое лечение МПМ и плевры. Оперировал малыша детский хирург Павел Солдатов, который 1,5 года назад переехал в город Металлургов из Уфы и привез уникальный опыт и ценные знания. Павел Юрьевич рассказал, лечение деструктивной пневмонии всегда считалось сложным, ведь на запущенных стадиях обычная пункция не способна обеспечить нормальное отхождение гноя. Внедрение современных, малоинвазивных, малотравматичных методов позволило вывести восстановление пациентов на новый уровень. Сокращает срок лечения, ускоряет выписку пациента, уменьшает количество наших затрат в его послеоперационном лечении. Малоинвазивные операции требуют высокой квалификации кадров и наличия современного технического оснащения, эндовидеооборудования. Всеми необходимыми ресурсами Центр охраны материнства и детства располагает. Существующее здесь оснащение, оно позволило нам выполнить данную операцию. Была, ну скажем так, это не касается оснащения, но была определенная работа у нас с анестезиологами-реаниматологами, поскольку в чем-то это было впервые для них. В Центре охраны материнства и детства за последние 2 года значительно выросло количество малоинвазивных эндоскопических операций. Активное внедрение новых технологий в практику хирургического лечения детей будет продолжаться. Евгения Салахутдинова, Виктор Исаев, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВН.